В это воскресенье в России празднуется День военно-морского флота. Вот уже почти 30 лет Республиканская кадетская школа имени Кочетова выпускает будущих сержантов, лейтенантов и мичманов. Офицерами становятся или рождаются, узнал Рифат Фаткулин. Есть такая профессия – родину защищать. Егор Михайлов еще в детстве принял решение посвятить свою жизнь военной службе. Выбор осознанный. Решил продолжить династию. Собирается идти по стопам деда. И теперь в его жизни все по-взрослому. Казарменный быт и распорядок дня по уставу. Успешно окончив Республиканскую кадетскую школу имени Кочетова, он поступил в Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ушакова, что расположен в Калининграде. Егор выбрал специальность артиллериста, о чем и мечтал. Артиллерия я выбрал, скорее всего, потому что хотел стать специалистом по оружию, заниматься оружием. Мне вот это интересно. Вдобавок оказалось то, что моя специальность – это еще команда, будущие командиры кораблей. Что касается ответственности на службе, это страх всегда будет, беспокойство. Но также надо быть к этому всему готовым. Для этого, поэтому для всего это нас и готовят в институте, для... Во время, чтобы мы были готовы, если вдруг начнется бой, чтобы принимать различные решения в ходе боя, не теряться, не бояться всего этого, на спокойную уже быть готовыми и на спокойную голову, не на горячую, а на холодную, принимать все решения. Как считает Егор, курсант должен не только уметь обращаться с оружием, но и быть разносторонне развитым человеком. Он всегда питал особую страсть к книгам. Особенно ему нравится читать биографии великих военачальников и исторические романы. В свободное время тоже на это я нахожу, читаю. К примеру, приведу книгу «Порт Артур» про оборону. Нет у них ни гаджетов, ни мобильных телефонов. Их выдают на полчаса вечером, чтобы позвонить родителям. Оттого может быть очень популярна библиотека. Не всегда получается позвонить домой родителям, но звоним, так сказать, очень часто. Связываемся, рассказываем. Каждому родители говорят, как ты там, мы рады тебя, горды. Это основные фразы. И как любая минута, просто так, не о чем поговорить. Очень радует. К своей мечте Егор Михайлов идет чеканным шагом. Планы у него грандиозные. Ну, как любой моряк, особенно как офицер, всегда мечтает стать адмиралом. Но для начала лучше посмотреть на ту ситуацию, в которой ты будешь на службе. И основываясь по ней, думать, кем ты будешь дальше. Егор твердо уверен, что сделал правильный выбор и сумеет вписать доблестную страницу в историю своей семьи. Рифат Фаткулин, Арина Гавелян, Республика.